Итак, доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня мы продолжаем проходить Life is Strange. Надеюсь, со звуком будет все хорошо. Я вроде ничего не менял в игре нигде. И ни почему. Ну, в общем, сегодня будем продолжать проходить Life is Strange. Наверное, на этом все. Вступления хватит. О, погнали. Да, надо напомнить, что мне придется очень долго молчать. Погнали. Эх, первая загрузочка долгая, да, будет, похоже. Да, не особо. Ethan! Come on, pick up. Alex! This way. Since I was up here. You don't do your ranger stuff around here? Private land. Outside of my jurisdiction. Dad brought me up here a bunch when I was little, though. I was his miner in training. That was back before mining meant blowing the tops off mountains.
Any luck? In touch base with the safety team up at the site. We're gonna postpone tonight's blast until we find them. Oh, at least we're not racing the clock. Hey, you good? Charlotte's gotta be losing it right now. Hey, she's tough. Always has been. Come on, let's take a look around. This kid, can you imagine the shit we would have caught from Dad if we'd done anything like this? Hey, we're gonna find him. Yeah. Yeah, you're right. Hey, thanks again for your help. Could have been a lot worse if you hadn't kept me in the loop. Of course. I'm gonna go take a look around. Let me know if you spot any sign of Ethan. Sure. I can do that. How was Ethan planning to get into the mine? Да, все-таки мне не показалось. Их. Не во время же стрима этим баловаться, да? Но, как обычно. Во время стрима. Опа, бля. Все понял, в чем проблема. Эх, придется игру немного перезапустить и еще раз пересмотреть диалог. Бля. У меня из того, что у меня второй моник, скажем, намного меньше, чем первый, сбились настройки графики, судя по всему. Не в своем разрешении стримли, видимо, из-за этого был баг. Ну да, сейчас по PS нормально. Просто до этого прям чувствовалось разницу. Ну, качество графики я тут на низкий поставил, соответственно. Тут ничего такого нету, просто... Я, видите, просто я не видел разницы в тот момент, когда графоний был на 100%, ну, по максимуму. Я не видел разницы в нем. Типа FPS-то у меня был там в районе 40-50, ну, собственно, играбельно. Но я подумал, а нахрена мне 40-50, или, может, 60? И, собственно, решил выкрутить все для 60, для комфортного, там, 60-80 FPS. Графика как таковая не изменилась. Единственное, вот эти подгрузки, скорее всего, из-за графики. Но, anyway, пофиг. Давайте продолжать. И тогда, раз уж нам придется опять смотреть этот ролик, ну, сейчас объясню, что здесь происходит. В данный момент мы, типа... Да, все сразу видно. FPS намного лучше. Причем, самое смешное, упал у меня только разрешение. Да, вот 1024. Кстати, самое смешное, почему до 1024 упал, когда у меня FPS, когда у меня моник, то вот, ну, хоть 1366 на 768, который. Ну да ладно, прям до себя проговорил. И при этом FPS сильно в ноль упал. Итан! Наверное, на стриме даже это видел. Ну ладно, немного опять посмотрим этот ролик. Итак, на, пока расскажу, что здесь происходит. В данный момент у нас... ребенок убежал в шахту, в которую типа собирается скоро взрывать мальчик. Алекс. По факту мы прошли там самое начало, познакомились с жителями города и так далее, я так понимаю, да? В общем, он убежал в шахту, мы, собственно, как я и думал в самом начале стрима, я так и думал, свой, что будет какой-то пиздос. Кстати, это опять вернусь немного к механике игры. Именно это и показывает оптимизацию игры, что упал только FPS, ой, упал упало разрешение, но к тому же еще упало FPS. You don't do your ranger stuff around here? То есть от разрешения наоборот игра должна казаться, ну, получше. Меньше частиц, меньше всего, то есть меньше FPS. Minor in training. Мальчик убежал, хотя он нам об этом рассказал, мы его сдали. Наверное, это было даже к лучшему, что мы его сдали, потому что он на него убежал, это все было очевидно. Он, напоминаю про главную героиню Алекс, это ее брат, вот этот черноволосый сзади. Чтобы еще сказать. У нее есть там суперспособность, так, понимание ярких эмоций человека. То есть она связана эмоциональными вещами. Она, например, какую-нибудь вещь ты сильно любишь, и воспоминания с этой вещью она сможет, допустим, прочесть. А в случае людей это будет как... Блин, ну надеюсь, меня хорошо все это время было слышно во время диалогов. Ну, anyway. В общем, как же это звало? А с людьми она может читать их мысли.
во время эмоций. И иногда даже как бы не владеть собой, а просто поддаться эмоциям другого человека. Это что-то вроде суперспособности. Как бы. Sure. В общем, на этом все. Я немного такой краткий экскурс сделал. Райан — это его дружбан, который типа лесничий, наверное, этого города. Наверное, так лучше сказать, чтобы было более понятно. Окей, начинаем. Will we, though? Неужели? Построен вход воспрещен. Частная собственность Typhon Mining. Вход разрешен только сотрудникам. Нарушители будут привлечены к ответственности. Да, напоминаю еще раз, что именно в этой игре есть английская озвучка, соответственно, диалоги я не читаю, потому что это очень некомфортно, когда перебиваются мой голос и английский, и английская озвучка. Cool. A murder barn. Nope. Super nope. Ну, тут мне по-любому переводить не надо, потому что здесь можно так нажать. Вы готовы к работе? Проверите наличие защитной каски, рабочих ботинок с остальными носами, прочных перчаток, светоотражающего жилета, хорошего настроения. Супер. Она сказала, мне хорошее настроение. Открытые ворота, посмотреть Макдуля. Извиняюсь, просто вот после всех тех игр... How is the rubber zombie the least creepy thing out here? Бля, я уже хуел. Уведомление о работе в шахте. На этом мы скорее всего читали. Да. Thank God Gabe got a hold of them. Hey, bro, wanna get wasted at the old mine? Да. Вот когда ты ребенка ищешь, да, порог при зомби. The real monster here is underage drinking. You don't realize until you're up close, but mining equipment is super murdery. My joyride in this will have to wait until after we found Ethan. Бля, и у тебя охуенные мысли по поводу покататься на машине, которая, скорее всего, уже не работает. Пиздец, да ничего, я здесь должен был обыскивать, если все равно мне не выйти. Probably not as fun to ride in as they look. Wow. Once Ethan's safe, I'll raise one too. Мы поднимаем бокалы за Джеда Лукана, который на этом месте 30 декабря 2008 года вытащил нас из преисподней. Короче, это отец Райана. Если что, напоминаю. Давайте пообщаемся. А, я не могу дать. О, зато я могу прочитать их мысли. Alex warned me. I could have stopped this. Such a fucking fucker. Gabe cares about Ethan so much. We have to find him. Поэтому ты рукожоп. Я тебе чё, я тебе просто так сдал? Вот почему ты этого не предупредил? Идиот. Фу. Come on, Ryan. Everyone is depending on you. Ryan won't let his fear get in the way. I'm glad he's here. It's pretty beaten up. Wonder what happened to it. Чё, никаких связанных вещей таких больше я не вижу, да? Всё тогда. Пытаемся ломануть вход. Imagine being trapped down there. Or what happened here? Massive cave-in. Bunch of trapped miners. All nearly died. Jed led the whole team back to the surface. God. Yeah, that's the day Foreman Jed became local hero Jed. And then Typhon closed up this site, basically bought Jed the Black Lantern. Huh. Same logo. Did Ethan base his comic on this place? Okay. Okay. If the wall is an illusion... Не могу понять по этому комиксу, где стена. Справа где-то? Вот зомби сидит. Где-то справа от ворот. Nothing obvious. Maybe we should... Notice anything?
No shit. I'll be damned. The whole story is about Ethan's character breaking into a monster stronghold deep underground. Sounds like the mind of me. Does it show where he went? Not sure. The comic ends with the monster hunter climbing a watchtower, which shows him where to go. There. The silo. I bet that's the tower. That's where he went. You're a genius. Yeah. Great find, Alex. Gabe, you want to take a crack at unlocking that gate? I'm on it. We should also be able to get to it through the processing building. If we can find a way in. Let's take a look then. Ну да, Гоу выбирает самый сложный путь, вместо okay. просто открыть ворота. Так, что у нас, кстати, давай, подождите, я вспомнил управление. Ага, отлично. С радостью сообщаешь, что в штате Черного Фонаря пополнение. Мы рады, что с нами, что ты с нами, Алекс. А вот пить на работе Maybe можно было и поменьше. Ну и какая от этого радость? Меня она полностью устраивает. Она очень славная. Рад, что ты наконец приехал, Алекс. Пить на работе можно было и поменьше. Тьфу ты. А тут продолжение есть? Да вроде бы нету. Там, наверное, когда комментарий обновляется. О, смс-ки, да? Даки. Ну-ка, что-то там от меня. Дорогая Алекс, мне было очень приятно с тобой познакомиться. Надеюсь, здесь, в Хэвен Спрингс, ты обретешь гостеприимный дом. С нетерпением жду следующей встречи. С уважением, Реджинальд МакАлистер III. Спасибо, Даки, это так мило. Да-да-да, милашка прям. Так, а куда мы, блядь, должны... Ага. Everyone is depending on you. Ну вот, соответственно, да? Открытые ворота. Я так понимаю, это они меня интересуют. Is there something behind it? Только он направо вроде играл. Попытался. Wait, so... Did Ethan... Oh, man. А, не, вот здесь он как раз вот эти ворота отодвигает. Так, ну хотя бы головоломку добавили, что ли? А тут да, она сама за меня все делает. Ну да. Think there's like a side door back there? I don't know. I guess there might be. Give me a hand. You figured that out from a comic book. Ну, фантазии у чувака мало. Что поделать? I'm gonna try to get the lights on. You try to figure out where Ethan went. Крайне маловероятно, что в этой шахте все еще есть свет. Ethan must have come through here. How did he get out? Да-да, Climax. Have I got some good news for you? Legalize. Короче, легализуйте марихуану, если что. I'm 100% sure that if I picked up the receiver, there'd be like a demon voice on the other end. Только почему бы хоррора не добавить немножко? Hmm. I mean, it seems like... У нас был вариант, но... What? Какого? Головоломку будет сейчас. Че, ну-ка. Kinda wanna push all the buttons. Also, kinda scared to push any of the buttons. Ну, что-то я нихуя не понял, но... Она вроде не все. Ну да. Ethan must have gone upstairs. Pretty sure Ethan climbed these stairs. Okay, but then how did he get out of here? Hi, scary old building. Please don't collapse while we're inside you. Конечно, хотелось бы поменьше материться, но такие глупые, скажем. Сравнение, что ли?
разговор с созданием. Причем в такой ситуации, где сейчас может быть взрыв, и там будет Аллах Акбар. Ну какая следующая страница? Он поднимается, видит какую-то хуйню и взбирается по ней. На жутком монстре. Это, скорее всего, будет какой-нибудь разрушен. Да. So this place was a death trap when it was operational too. Cool. Cool, cool, cool. Не вставайте на ленту конвейера, не вставайте на ленту конвейера, не катайтесь на движущемся конвейере. Это может привести к увечьям или гибели. Typhon Mining не покрывает медицинские расходы на лечение травм, полученные в результате неправильного обращения с конвейером. Короче, на любом производстве, если что опасно. Но вот же он здесь забирался, это оверлогично, типа вот, типа труп чудовища и так далее. Нет? Повыше где-то, может? По-моему, вот он прям идеально подходит, подходит. The silo. We're getting close. А, вон, по той хуйне, значит, убирался. Бля, почему-то она мне больше подходила. Бля, пацан мазохист, ему там лет 10, по-моему, или 12. Один хуй суицидный, блядь. Наебнешься, и тебя хуй кто найдет. Ethan made the jump from here to the conveyor belt. Oof. Think I'll find another way through. Yeah. Looks like Ethan climbed the conveyor belt out to the silo. Heads up. You figured out the door. Yeah. Turns out you gotta open it. Who knew? Какой другой путь ты хочешь поискать? Ну ладно, наверное, идем краем, получается. We passed caution like an hour ago. Caution, then that's... Короче, соблюдайте осторожность, когда поднимаетесь на высокий, нет, не высокий. Блин, да как это назвать? Большой, высокий. Ну, короче. Есть восьмой этаж. Это маленький этаж. Это высокий будет этаж. Я что-то не помню, как это назвать лучше бы. Ugh. Let's hope omens aren't really a thing. А в резике так хоррор начался. Восьмой. Правда, там хоррора было, блядь, по минимуму. Ugh. Worse than sleeping on the ground. Да почему? Ничего так, в принципе. Сразу встал, сел, нормас. Он это лесник, который должен нам хорошо помогать, там все разваливать. So а ты-то хули, блять, на месте стоишь, выебываешь. It's like riding a bike. Where to next, Alex? Но вы уже как минимум проебали, где он ходит. Ну, в башню, куда еще? Ну, а дальше я хуй знает, ну и че? У него всего шестистраничный комикс. Thanor looks out from the watchtower and spots the secret entrance to the stronghold. If we can just... There. That's where he's heading. That's by the ravine. Shit. Let's go. Ну, фантазия у пацана, конечно, прям вообще по нулю. Ладно, хоть имя героя придумал. А не сделал его безымянным воином. We close? Think so. Ethan! Ethan! Ethan!
Бля, у меня имя Итан вообще не с этим не с этим парнем ассоциируется. Это спасибо 7-му и 8-му резику. Что, разбился, что ли? Ага, понятно. Идиот мелкий. Итан! Алекс! I'm scared! А еще ты тупой! Итан, I'm coming for you, buddy! Wait. Hold on. Итан? You okay? Don't worry, we're gonna get you out of here. Just hang on. Don't! His fear is so strong. If I get near it... It's no good. We're too heavy. Shit. А нахуй ты тогда пошла, если боишься? What about me? Alex. Are you sure? Remember how I taught you how to anchor a belay? Awesome. Show me. Okay. Yeah. Yeah, I'm all right. You sure? It's okay if you're not. No, I'm good. You know, I actually believe you when you say that. Alex, can you make eye contact with me? I'm gonna tie this rope around your waist. The other end is tied around your brother. He'll use that stump as a fulcrum to feed rope your direction. Follow? So far. Awesome. You're doing super good. Remember, slow is steady. Только у меня вопрос. Вот смотрите, она типа, может быть, сама и пройдет, а когда ребенка достанет, она же все равно будет сильнее, чем они, любой из них. Теперь вот все равно не выдержит. Или они типа на веревке, блядь, их поднимут. Непонятно. Ну ладно. Hang on, Итан. I'm coming. You got this, Alex. Интересно, а тут от того, как я хожу, есть возможно, вариант, то есть я могу там убить кого-то? I'm not going back without you. You're stuck with me till we're both safe. Okay, hey, focus. Talk to me. You want to tell me how you got out here? I was trying to cross to the other side. A log fell. That's fine. That's okay. Let's talk about what comes next. Gabe's got us. We're not gonna fall. He's got the other end of the rope. No, I can't move. If I move... You're not gonna fall, buddy! It doesn't matter!
He's not making any sense. I need him to calm down. We can't stay here, Ethan. We have to. It'll see me. If I move, it'll see me. What's gonna see you? You don't understand. He's right. I don't. I can't help him if I don't understand what he's afraid of. And the only way to understand is to feel what he's feeling. Oh, fuck. I can't believe this is happening. I can do this. I can do this. На бревне это самое лучшее. Oh my God. What's happening? It's like I'm seeing the world through his eyes. I'm not just feeling what Ethan feels. I'm seeing the world like he sees it. Ninth Warden wouldn't be afraid, but he's just a story. This is real. I brought all this stuff. None of it will save me. Okay. He's not afraid of the fall. He's afraid of... Shit. Can't let it see me. Can't let it see me. It can't be real. Oh, but it looks pretty fucking real. Hey. Hey, I see it too, Ethan. The monster? I see it too. And I'm just as scared as you are. But Ethan, we're safe. You know why? It can't see me. Bangle of Vanishing, just like Ninth Warden. I thought that was just a story. Well, some stories are true, like monsters. So, you're gonna hold my hand, all right? As long as you're touching me, you're safe. Don't look down, okay? We'll be done before you know it. Бревно же разъебется, как будет в общем лес. Правильно? Keep tight on the belay, Gabe. Not over yet. Oh god. Okay. One step at a time. Бля, после количества форма, который поиграл я, это очень хорошо. Alex? Yeah, buddy? I'm still really scared. Yeah. Me too. But we can do this. One step at a time. Okay. Do you think the log will break? Don't worry. I got all the way across before, remember? It could still break! Shit. Да, да, по-моему, вот по центру бревна это самое идеальное. Так, кинь его туда, нахуй, все. В чем проблема? Его руку отпустил, а если бы матч сказал.
Все в порядке. Там бревно наполовину, еще немного, оно треснет. Райан, почему ты не подойдешь, вон, хотя бы на край бревна, чтобы руку протянуть? Ты что такой тупорылый? Тебе объясни, как... Ну, ёб твою мать. That's it. Come on. There you go. I got you. Ну ладно, хотя бы прошло. Silent Hill пошел. Они же обещали не продавать. Как обычно. И за мелкого идиота я так и думал, что это закончится. Интересно, а был вариант его спасти? Выбрать другое дело? Да не, я бы все равно по пизде все сделал. Он же все равно бы отправился. Если бы я Гейбу не рассказал, он бы все равно ушел. Я рассказал, он все равно ушел. То бишь. Ну, статистика у меня не светит. Эх, ну ладно. Anyway. Можно посмотреть, что я сделал. Небольшое такое пролистывание. Окей. Следующая глава. I'm not big on speeches. I've always believed that the role of the bartender is to shut up and listen. And by that measure, Gabe was the worst bartender I've ever known. I never issued a speeding ticket to someone on a bicycle before, till he came along. He cared so much about my admissions essay. Even though he probably couldn't spell admissions or essay. He booked my band to play the lantern. All the way from Seattle to pretty much right where I'm standing. I can recall 14 specific instances where Gabe said something that made me laugh. The first was 2 years ago. So,
Long story short, instead of a ticket, I ended up buying him a beer. Gabe stood like 3 feet away, grinning like a doofus at us. I'm sure there were more people. But I only remember him. And then he said, I know! That's why the K is silent. Then the fifth time... He cared about everyone. He was the kind of guy you wanted to be around. He was a world-class bullshitter. He was my best friend. All I want to say about Gabe is he came into this bar as a stranger, but he left it as family. Guess that's that then. What happened to Gabe was a senseless, tragic accident. And I just wish it that... It wasn't an accident. Segways. Son, now is not the time. Gabe called the mine. I gave him my sat phone to be sure he could get through. They fucked up. And now... Ну да, мы забываем главное, почему вообще этой хуйни. That was my shift. If anyone had called, it would have gone through me. Nobody called. You're lying. In front of Gabe's own fucking sister, Alex heard the whole thing. Well, I didn't hear Gabe make the call. But he told us he got through. Well, if Gabe said something, then I'm inclined to believe him, Mac. What are you saying? I'm not saying anything. Just, I didn't get a call. Draw your own conclusions. All right, folks. This is an ongoing investigation. How about... we review the sequence of events, Well, son. When I saw you at the record store, you seemed pretty eager to find Gabe. Remember why? Another fight with Riley, maybe? No, I don't have to take this. Just saying, pretty wild that you come stumbling out of Gabe's apartment with your face all fucked up. Ryan. And just a couple hours later, you just so happened to miss the call that would have saved his life? Look, I told you there was no call to miss. Okay, maybe the call got dropped. Oh shit, I mean, it's not like Gabe was Mr. Reliable all the time. Watch your mouth, Mac. Ryan, that's enough. Now, I'm just as eager as you to understand all this, son, but there was a time... Bullshit, Dad. This little weasel's calling Gabe a liar at his own fucking wake. No, I am just telling you. Mac, I swear, if you say there was no call one more fucking time... Stop it! Stop it now! This is not the time... or place. We're all here for Gabe. Okay, Ryan? Sure. I'm sorry. It's not... I'm just... I'm not the one who killed him. Aren't you, though? What the fuck did you just say? Ryan, back off. Aw, oh, hell. I'm just saying. I thought I heard that you're Mac, the one- you shut the hell up. No. No, go ahead. You got something to say, Mac?
Let's fucking hear it. Come on, guys. Don't make me intervene. All right. Fine. As long as we're tossing around accusations, way I hear it, you're the guy who cut the rope. Ну, это единственное правильное решение, наверное, было. Хотя... Я хуй знает, как там поступить. Ситуация слишком... тяжелая. Непонятно. Но вот в этом охота разобраться. Звонил ли Гейб тогда или нет? Это уже важный момент. Алекс? Hey. Fuck those guys. Yeah. Are you okay? Но я не думаю, что вообще кто-то будет окей. Ну, наверное, я справляюсь. Not really. But I will be. It's not your job to keep it together. Thanks. Почему она не воспользуется своей способностью? Там столько эмоций было, и она будет по-любому узнала у Мака, звонила он или нет. But... чувство раскаяния, нет, там, не знаю, даже чувство радости от того, sure. что Гейб умер. Что угодно. Да, и конкретно Фита он же к нему не испытывал, так что, короче, сложно. You play guitar? Sort of. It was a gift from Gabe. Cool. Тяжело, да, завязать разговор в хате Гейба. По факту. Gabe would try to pop wheelies outside the record store to make me laugh. Never worked. Till he wiped out. That was hilarious. Gabe really wanted to do the LARP for Ethan. But by the end of it, he was more jazzed about it than anybody. Wish I could have seen it. Yeah. We took this a year ago. Actually kept it. What a dick. Sorry. I just need a minute. Yeah, no problem. Calm down, Alex. You're fine. Whatever that bottle made her think of, it really messed her up. I wonder if I could help her the same way I helped Ethan. I need to feel her sadness to figure out how to help her. Love that Gabe was going to be part of a LARP would have been fun to see. Hey, Shushu. Thanks for sticking around. Да, скорее всего, доходник, который я выставил на низкий, влияет на прогрузку. Или, может, мин. Хрен его знает. Ну, честно говоря, без разницы. Это просто первая игра, которую я запустил не на SSD. Ну, блин, 40 гигов. Тут не нужно обязательно быструю скорость прогрузки. Я решил на SSD ее не ставить. Getting dressed shouldn't be so hard. And yet...
Алекс, завтра в 9 я устраиваю небольшое мероприятие, посвященное твоему брату. Надеюсь тебя увидеть, но настаивать не буду. Смотри по самочувствию. Джет, таверна Черный Фонарь. Лучшие встречи за бокалом доброго пива. Окей, следующее. Thanks, Джет. Алекс, дай знать, если тебе нужны продукты. Я все оплачу, Джет. Таверна Черный Фонарь. Лед в алкоголь на свой страх и риск. Алекс, прими мои соболезнования. Квартира твоя, живи сколько захочешь. Если что, ты знаешь, где меня можно найти. Джет, таверна Черный Фонарь. Не забывайте про чаевые. Если ничего не осталось, надо было поменьше пить. Feels like a million years since that day with Gabe. Hasn't even been a week. I wonder how she's really holding up. Living off these is not great, but it's better than leaving the apartment. Same. Ну давайте подумаем про что она там. Посмотрим. One of the happiest memories I have. Thanks, Gabe. Там думает. И что ей напомнила эта бутылка? Хотя можно просто подойти и посмотреть. Foosball champion. Why would that make her so sad? Now I can find out what's really going on with Steph. Ladies and gentlemen, presenting your new foosball champion, Gabe Chen. Oh, you're the worst! Can't believe I have to stay in this stupid town. I think we both know you could have beat me if you really wanted to. So you're welcome. Bullshit. Overpowered blue meteor? Aww, is your controller broken too? We're playing until I win. Then I'll be crashing here tonight. What are they called again? Don't shit on my yard! They're amazing! Their guitarist has one arm! Badass! А тут у меня же выключена лицензированная музыка. Да, не должно быть на часах. Here's to your new job at the station. Oh, didn't I tell you? I'm not taking it. I move to Denver next week. You what? Dude, give it up. I already booked a bus ticket. Wait, hear me out. One more game. If I win, you have to stay. If you win, I'll cover the ticket. You just lost 50 bucks. I think I know enough to help her now. Steph? Sorry. Still can't believe he's gone. Yeah. He's the whole reason I'm still... I'm sorry, Alex. Don't mind me. Want to get a few matches of Dino Racer in? Could be a nice distraction. No, thanks. I just need a minute. That didn't help. А есть хуй, что тут надо, чтобы мы на столе попался. How about a quick match? Did Gabe tell you he played? Ну тут тоже можно и соврать. Yeah. And he said he kicked your butt.
asshole. I don't really think it's a great time. Fine. First to 5 points? If you say so. ISDF. So, how often did you and Gabe play? It was one of our favorite games. You must be pretty good then. Mm-hmm. Easy. You were in a band, right? Yeah. What'd you play? Drums. How long did you play with them? Ладно. Too long. Извиняюсь, я сейчас не читаю, у меня тут пот начал. Блин, непривычно. До этого управления просто не было. Это как в... Сейчас скажу. В Sally Face в самом конце дали управление. А я не могу так делать. 5-0. Развалин. 5 points! That's game! Yep. Big shocker. Ты вообще выиграла? Hey, at least you played your best. I mean, that obviously wasn't my best. No, I get it. I mean, this is a tough game. Requires skill, timing, and the will to be a champion. Oh, is that how it is? Ты что-то чей слышишь? Okay. Joking aside, playing this stupid game with you is exactly what I need right now. You're on. О, трай номер два? Да, easy вообще. I'm actually trying this time, so you better focus. I am focusing. Good. Wouldn't want you to get distracted or anything. Certainly not. Успел. Изи. Ебать того. Изи. В смысле она иногда greatest northwest band of all нет. Time, go. Are you trying to distract me? Oh, of course not. Slater Kinney, if you were wondering. Не, ну она потная стала. Изи. Передешу. Как же я разваливаю. Не, что-то не разваливаю. Развалил. Что-то так же. I was actually trying that time. Слишком легко. Okay, wait. Let's get serious. One more game. Winner takes title. Да, ultimate foosball champion. I don't know. Come on. You know Gabe would be all about us playing like ладно, this. Ладно, перекур. Well, then it's потная катка. This is it. For all the marbles. So many marbles. Definitely the kind of game you want to focus on, no matter what happens. Totally. Hey, so are you into girls or what? Я не знаю, что она сказала, подождите. Нет времени. Girls are pretty rad, right? Извиняюсь, especially girls that play foosball and host radio stations and wear beanies. Like it's a religion. Sounds like a winning combo. Oops. Не, ну ты походу на 3-0 идешь. Who's what?
Что? Damn я занят. You're on to me. Ты меня байтишь на разговоры, когда я потею? Ах ты сука. Вот забайтил уже. Один это не good game три раза подряд. Thanks, Alex. I'm really glad you talked me into it. It was a lot of fun. Of course. Легко, БТВ. Но хотя ты меня в музыкальном автомате уже выиграл. So, what are you gonna do now? What do you mean? That shit with Mac, he's clearly lying, right? Согласен, это пока не доказано. I'm not sure what Mac's deal is. His story doesn't add up. Yeah. I do know that I need to find out exactly what happened that night. For myself. Хорошо, наконец, хотя бы у нас детективчик будет небольшой. Как её брат? I've got your back. No matter what. Thank you. That means a lot. I should head back to work. Cool. Ну все просто, идем выискивать эмоции Мака сразу. Только я не знаю, Bye. Где он живет, знаю, где Шарлотта живет. Ну. Кстати, где Даки живет, тоже не знаю. И его эта подружка. А зачем Гейбу поехать? I know Gabe made that call, but did Mac really let the blast go off just to get back at him? Нет, это вообще забей, то он же мог убить, блять, ребенка. Ладно, типа Гейба даже если убить, но ребенка уж совсем это ж перебор. И то, ладно, Гейба, это тоже перебор на самом деле, но хотя бы, блядь, типа, понятно, почему Гейба, но ребенка-то за что? Тем более, там не только Гейб пошел, Райан, она. То есть, короче, много таких. Вряд ли. Надо думать. Это вряд ли. Почему ты опять меня переоделась? Я тебя билд в прошлый раз выбрал, нормальный. Это? Графоне не позволяет, ну ладно, давай так. Сочинение. The kind of person who got that worked up over a college essay could be capable of almost anything. А, да. Да, это мы читали в прошлой части. Feels like a million years since that day with Gabe. Да, блять, хватит. Hasn't even been a week. Посуду тоже уберем. Че, ну, жизнь продолжается, anyway. To start. Согласен. So long, depression food. Clean home, clean mind. Right, Dr. Lin? Не знаю, мне этого никто не говорил. Ну, вроде бы все. Вроде бы я все убрал. Все косяки. Поднимаемся тогда, получается. А что там наверху? Дверь, я так понимаю, это выход в бар. А что наверху? А, терраса. The answer, my friend. Is blowing in the wind. I'll toss those soon. I swear. No birds today. K.
Gabe really loved this place. Gabe was such a dad. Ну, так а хули нет. Неплохое такое местечко. Посидеть. Лететь. В Колорадо, причем то ли холодно, то ли тепло, хрен пойми из-за города. Здесь вообще прям. И тут уже снег, блин. Пиздос. Не понимаю, кстати, как в Америке это все на самом деле. Но у нас... Да, и так все знаю. Либо, блядь, холодно, либо, блядь, тепло. Но и то в одно время года сложновато. А это не на той шахте? Но это похоже не на шахту даже, а какую-то промывку металла. Как же это называется? Не сильно шарю в производствах, но ладно. This thing's been up here a while. Isn't that Steph's old band? Drugstore makeup. I bet Gabe could even make golf fun. Даже поле для гольфа здесь было. Хуеть, он здесь обжился. Бармен, блядь. Why look up at the sky when you could look at a sculpture instead? Согласен. Бля, я не сел на стул. Ну ладно, я не думаю, это на что-то повлияет. Чтобы еще раз одну такую загрузку не проходить. Кстати, на гитару она больше не смотрит. Даже не прибрались. Все-таки бар такое достаточно публичное место. Oh, hey kid, you don't have to do that. Too late. Wanted to apologize for all of us. We're all grieving, but that's no excuse. Ой, извиняюсь, случайно нажал. Brother's wake, and you both deserve better than listening to a bunch of fools squabble. Да, а в чем он виноват? Он просто рассказал, как по его мнению было. Может, его реально тоже наебали. Так что все идиоты. I appreciate it. That was pretty rough. Although it's hard to imagine a good version of your dead brother's wake. No, there's no good version. Just all of us trying to get through it together the best we can. Wasn't the first wake held in this old building. I doubt it'll be the last. Anyway, if there's anything I can do, just let me know. I need to talk to Mac. I know he's lying. I just don't know why. Any idea where I can find him? Well, he helps out Eleanor at the flower shop. That'd be the place to start. Thanks. Я не думаю, что он уже... I feel like I should warn you, though. Смысла в этом уже нету. You might not get the kind of closure you're looking for. If you get any at all. Just... Don't pin all your hopes on Mac Loudon. I don't have a choice. He was my brother. I have to at least try. Yeah, you do. But if you get a chance before you go all dirty Harry, swing by the dispensary. Charlotte wants to see you. And one more thing. I've been meaning to give you this for the last few days, but I didn't want to disturb you up there. It'll get you through that door and the one upstairs. Я что-то закрытых не видел наверху. Ладно, пусть будет. This теперь is your открытый мир начнется, так понимаю. For as long as you'd like. И от моих действий будет. What about rent? I don't want to be a freeloader. Don't worry about that for right now.
we'll work out a way for you to earn your keep when the time comes. Thank you. Give him hell. Awesome, sir. I have no idea what to even say to him. Алекс, мне так жаль. Я должен был его спасти, не знаю, что ей сказать. Это было ужасно. Тебе не следовало это увидеть. Мы можем поговорить? Я понимаю, тебе сейчас нелегко. Я знаю, что многого прошу. Но мне правда очень нужно с тобой поговорить. Еще успеем, братан. Доброе утро, Алекс. Ты видел мои записки? В 9 часов будет небольшая панихида по Кейбу. Если захочешь, приходи. Спасибо, Джет. Я скоро спущусь. Рад это слышать. Райли. Алекс, мне так жаль. Если я что-то могу для тебя сделать, то только скажи. Стеф. Алекс, привет, это Стеф. Прими мои соболезнования. Я любила Гейба, даже не представляя, каково тебе сейчас. Если тебе что-нибудь нужно, пожалуйста, позвони. Шарлотта. Алекс, мне так жаль. Можешь не отвечать, я просто хотел сказать тебе одну вещь. Спасибо, что спасла Итану жизнь. Не знаю, что бы со мной произошло. Не знаю, что бы со мной было, если бы я его потеряла. Спасибо, очень тебе сочувствую. И спасибо тебе огромное. Но ты как бы и Гейба любила. Блять, ты определись уж. Ну ладно, смс-очки прочитали, дневничок. Итан Страх. Это мы записываем все, что испытывали. Итан Страх, погнали. Наш собственный мозг с удивительной готовностью подкладывает нам свинью. Та наша часть, которая рассказывает истории, создает произведение искусства и привносит в мир порядок, красоту и смысл, порождает кошмары. Иногда эти кошмары просачиваются в реальность. Я до сих пор вижу Итана на краю ущелья. Вижу, что он напуган настолько, что не может двигаться, не может дышать. Я потянулась к нему, потому что я должна была это сделать. Я открылась его страху, потому что не знала, как ему можно помочь. И это сработало. Мы справились. И я рухнула на твердую, надежную землю. А в голове у меня крутилась одна мысль. Вот кем ты можешь быть, если захочешь. Той, кто помогает людям. Той, кто понимает. На несколько секунд все стало предельно ясным. А потом эта твердая земля ушла у меня из-под ног. И Гейба нет. Как я помогу другим, если не смогла предотвратить это? И ничто меня не спасет. Девятому стражу не было бы страшно. Мне казалось, это я выслеживаю чудовище. И, в общем-то, суть такая. Фишка в том, что не всегда людям ты словами можешь помочь в таких ситуациях. Тут повезло. Стеф, скорбь. Печаль Стеф была порождена любовью. Она не была пустой, в ней была глубина и форма. Это была дыра такого объема, что я поместилась в ней целиком. Внутри я встретила Гейба. Почти такого же, как мой Гейб. И даже больше. Провокатора, слушателя, зачинщика, вдохновителя, бунтаря, брата. Это длилось недолго, но этого оказалось достаточно, чтобы понять, что нужно Стеф. Лучшее, что было в моем брате, и что я могла призвать для нее хотя бы на секунду. Поэтому я обставил ее в настольный футбол, самым постыдным образом. Это было глупо и по-детски, и быстро закончилось, но ее печаль немного отступила. И Гейб как будто стал немного ближе. Сначала Итан, теперь Стеф. Думаю, я начинаю понимать, Гейб был прав. Сблизиться с человеком, чувствовать то, что чувствует он, помогать ему. Это дар. Жаль, что его не было рядом. Возможно, я бы поняла это раньше. Дай мне шанс все исправить, обратить время вспять. Ты оставь свет включенным, я остаюсь ночевать. Ну, это стихи она пишет. Погнали про Гейба. Почитаем. Мы сотрудники Typhon Mining потрясены печально известием о смерти Гейба Чэнь. Такая гибель — это всегда трагедия, которая касается многих жителей нашего города. Мы хотели бы, пользуясь случаем, заверить всех, что Typhon, как и всегда, крайне строго соблюдает все правила техники безопасности нашей отрасли. Ваша община — наша община, так что мы будем оказывать всяческое содействие правоохранительным органам до тех пор, пока вопрос не будет должным образом решен. Эленор Литти. Мне кажется, хорошие воспоминания могут немного развеять мглу, которая окружает нас после смерти дорогого нам человека. Я хочу поделиться с вами одним из своих любимых воспоминаний о Гейбе Чэне. Помню, он признался, что опять обидел свою подругу, ляпнув что-то не подумавши, и хочет загладить свою вину. Я продала ему чудесные тюльпаны, но спустя 15 минут он вернулся словами. Я спросил Шарлотту, нельзя ли мне получить ее губы в обмен на тюльпаны. И вот я снова здесь. Ох уж этот Гейб, может сказать, держал нас на плаву. Кажется, я тоже это припоминаю. Когда Гейб входил в комнату, становилось светлее, это точно. Так, а других сообщений там точно ничего не поменялось? Ну-ка, вот тут, например. Нет, вот тут. Да, все, то есть, все, что только подсвечивается, меняется.
Соня Андерсон, посоветуйте, пожалуйста, хорошего мастера. У нас в душе наверху горячей воды нет. Могу дать телефон Райана, но он, наверное, не скоро сумеет приехать. Ага, понимаю. Все равно спасибо, Джет. Я работал мастером в Филадельфии. Если хотите, могу посмотреть бесплатно. Вы нас очень выручите. Шериф округа Ганнисон. Долг управления шерифа округа Ганнисон – служить и защищать людей Хэвен Спрингс. Если у вас есть вопросы, опасения, если вы хотите сообщить о преступлении или акте вандализма, обязательно свяжитесь с нами по телефону, через сайт или обратитесь к заместителю шерифа. Резендес. Когда откроют пешие маршруты? К сожалению, на маршрутах, которые мы закрыли, все еще ведется следствие. Мы откроем их сразу, как только сможем. Дэвид Бресвелл. А нельзя просто закрыть дело? Парнишка оказался там, где ему быть не следовало. Всякое бывает. Джош Хопкинс. Кто-то очень хочет, чтобы Тайфон выскочил сухим из воды. Ау, народ, там человек погиб. Это что, ничего для вас не значит? Серебряный дракон. В ближайшие пару недель Серебряный дракон будет работать нерегулярно. Подробности на нашем сайте. Прошу прощения за неудобство. Дай знать, если понадобится помощь. Держись, мы с тобой. Я могу открыть для тебя магазин, если нужно. Все, что угодно. Джет Лукан. Прощение с Гейбом Ченом состоится в черном фонаре в среду в 9:00. Приглашаются все. Возьмите с собой то, что напоминает вам о нем. А я еще принесу еду на всех. Спасибо, Джейсон. Райли Литти. Гейб был самым неравнодушным человеком, которого я знал. Он постоянно искал способы улучшить свою жизнь. Переехал в Хэвен Спрингс, чтобы найти отца. Умудрился поднять к себе на крышу гриль. Он всегда был готов помочь тем, кто тоже хотел изменить свою жизнь к лучшему. Но мое собеседование в колледже он потратил даже больше времени, чем я сама. Таких людей, как он, встречаешь только раз в жизни. Прощай, Гейб, я всегда буду по тебе скучать. Какое чудесное послание, дорогая. Если захочешь поговорить, я готов. И я. О, подъехали, блядь. Ну что, открытый мир теперь? Да, поехали. Что, наверх, да? Какой-то ключ наверх. Погнали, посмотрим. Мне какой-то ключ дали, который наверху какую-то дверь мне откроет. Что за дверь? Мне интересно. Эту? Или на крыше прям совсем? Тут больше нет дверей. Но это ванная. Это я точно помню. Окей, давай на крышу. Бля, я просто больше не помню, где нужен мне ключ. А можно посмотреть? Бля, Стеф Гингрич. Год назад я был готов уехать отсюда, отправиться куда-нибудь, еще как всегда. И осталось из-за Гейба. Но даже теперь, несмотря на то, что его больше нет, и что я безумно по нему скучаю, у меня по-прежнему есть причины остаться. Спасибо, что помогла мне это понять, Алекс. Хоть ты и жульничаешь в настольном футболе. И я тебя умоляю, это был честный выигрыш. Маклауду удалил свой комментарий. Так, окей. А ключ на двери наверху, он говорил. Какой? Куда? Ключ от двери наверху. Ой, блядь. Уже, блядь, больше и дверей-то нет. Только дверь в ванную, может, я что-то не помню. Она просто пиздец как медленно сейчас ходит. Еще и каждый раз катсцены, которые я не могу пропустить. А что за дверь? Дайте инвентарь, дайте разобраться, что за дверь. Но наверх только одна лестница, это в мою квартиру, соответственно. Воспоминания. Гейб. Я что-то пропустил из воспоминаний про Гейба? Или нет? Ладно, давайте про Мака прочитаем. А, нет. Right, I'm telling you, his story doesn't add up. He wants you. He's helping me get into college, baby. You know dudes can do nice things without the expectation of getting laid, right? A high school dropout? A guy who went to fucking juvie? Wants to be your study buddy? What, out of the goodness of his heart? Oh my god, Mac, we're friends. There is nothing going on between... Это мы уже слышали, по-моему. Так а какая дверь? Инвентаря у меня нет. Нету. Или есть? Сейчас, подождите, проверю еще раз. Какая нахуй дверь? Только одна дверь. Или он имел в виду дверь от квартиры?
Ну ладно, допустим. Ну типа, наверное, ключи мне от дома отдал, хуй с ним. И, соответственно, ключи от запасного выхода. Похуй. Так, ну мы сперва в магазин марихуаны заглянем, потому что это не основное задание. Типа, здесь мы играем просто на сюжет, на картинку. Ну, на картинку такое, но просто на сюжетик. Так. Стены позора. Стена позора. If I never saw mining equipment ever again, it'd be too soon. Would have been fun to let Gabe kick my ass at pool. Damn, Ducky. Бильярд. Ducky миллиард раз, остальные один раз. Ставить все как есть, нет смысла. Ну, понятно, но что теперь, везде дизморальку, еще смайлики гоу попишем везде. I'll spend the rest of my life wondering what would have happened if Ryan hadn't cut that rope. I bet he will too. Why do I feel like this is a challenge? Соус смерти, огненная смерть. Почему, зачем я это делаю с собой? Знойная штучка в ожидании смерти, соус молотого. А это тот же автомат, который я играл? Ну-ка, давайте посмотрим. По-моему, тот же. Да, а нет, не тот же. Ну-ка, пофигу. Что за автомат? Давай, последнюю. Я один левел пройду, не переживайте, и потом забью. Неправильно. Под этим углом. Да, сейчас попадет. Да, изи. Ладно, это бесконечно, можно играть. Все-таки аркадные автоматы были на это и сделаны, что в них можно играть бесконечно для набивания очков. I should put something here. It's the least I can do. Gabe Chen, smooth criminal. Штраф за нарушение ПДД. Нарушитель Габриэль Чен. Дата 25 ноября 2017 года. Время 18.15. Марка транспортного средства. Велосипед. В транспортном средстве один человек нарушение. Непристегнутый ремень. Наезд на стоп линию. Превышение скорости. Разрешенная скорость 25. Фактическая скорость 35. Штраф $80. Примечание. Везу нарушитель на допрос черный фонарь. Жуткий нахал. Водителям получена копия штрафа. Я, ниже подписавшийся, настоящему удостоверяю, что действительно совершил вышеуказанное правонарушение. Сотрудник поли... А, ну это типа... Он ни хрена не подписался, да? I wish we'd had more time. Опасность пумы в области, но это... Там можно They было must так. Have been close. Or Ethan. О нет, это чудовищно. Гейб и Итан. Да. I hope Ducky didn't finish this by himself. Courtesy of Haven's favorite DJ, I bet. Положить сюда. Maybe I can find something upstairs to put on the memory table. Это все легко, гитару.
Gabe would have appreciated having beer at his wake. Is that Jed without his beard? Сейчас принесем гитару. Эх, ну анимацию каждый раз смотреть, это такой себе. Oops. Wonder what I can find up here to add to Gabe's memory table. Ну, все, это же самое супер, самое про Гейба, нет? А, пластинку, которую мы ему купили. Еще. This is perfect for the memory table. Ну, хоть немного свобода выбора. Anyway. Посмотрим после Walking Dead, насколько игры продвинулись в том, что ты реально влияешь на сюжет. Glad I have something to add to Gabe's table. No one could blame me for wanting to drink all my sorrows away. RM and TB. I wonder who they were. I think Gabe had more fun at his job than anyone. Сколько раз Даки рассказывал байку про Джона Денвера и покер? Это получается 5, 10, 15, 17 раз. I've only known Jed a few days, but he's got my back. Hopefully, things around here can settle down. Ну, все, идем в магазин марихуаны, больше ловить, пока на работе нечего. That'd be good. Okay, Jed said I might find Mac in the flower shop, but I have time to swing by the dispensary if I want. Алекс, если будет время, загляни в магазин марихуаны. Ладно, мне нужен твой совет, конечно. Я готовлю новое приключение для Хайвинг Спрингс. Если хотите поучаствовать, пишите в личку. Вы же хотите, я знаю. И какое же безумие нас ждет на сей раз, напиши мне и узнаешь. Чтобы это ни было, я в деле. Так, вспомните, где магазин марихуаны. Вот тут сложнее. Hey, Pike. Hey. How you holding up? Ну, бывало и лучше, я. Guess I've been better. Yeah, right. Dumb question. Hey, I want you to know I meant what I said back there. Gabe was something else. He could bring a smile to my face even on the worst days. Yeah, that's what everyone's been saying. And, when you're ready, I still need to get your statement for the investigation. I think I'll be ready soon. Yeah. Yeah. No rush. Так. Это столовая. Looks fun to explore. Traffic. And word around the water cooler. Oh, customers here are a lot nicer than in Denver. Never been to Denver, but I guarantee they're nice here.
came all the way out here for her brother. And now... And now, I've got to figure out the truth. Poor kid. Came all the way out here for her brother. And now... А можно с ним еще раз поговорить, ну, допустим? Whenever you're ready for that interview, нет, нет. Give me a call. Значит, помочь я могу только в случае, если... Will do. Ну, игра, типа, мне позволяет. По-другому никак. Threadbeard. Outfitter. Ну-ка, что за outfitter? Nice to know. Hipsters can survive at this altitude. Спасибо, блять. Нихуя не понял, но очень интересно. Музыкальная подвеска. Wind chimes. The original jam band. Treasures of Tibet. Сокровища Тибета. One doctor had me try meditation. I always just fell asleep. Пользами мы это мы читали. В первой части. Сильвер Драгон? Блять, а я вот не помню. Нет, там... А, да, это магазин марихуаны. It's not your fault. Might be a good time to check out the dispensary. Jed said, Charlie... Why should one accident close all the trails? What a wasted vacation. Yes. We're all suffering here. Вот это, блять. Уйди, мой заяц. Why should one accident close all... Steph asked me to pop by the record store if I had time. Бля, со всеми, что ли, надо будет попиздить? Ну, хотя я так все равно собирался со всеми поговорить. That guy's sister. I feel so bad for her. Getting sick of people feeling bad for me. Ну это мы читали. Вот мы будем нарисовать. Давайте понемногу будем ходить. Oh, sorry. We met briefly. You're Gabe Chen's sister, right? Alex, yeah. I didn't know him well. But I could tell he had a big heart. I'm so sorry for your loss. Charlotte? Alex, hey. Jed said you wanted to see me? I just wanted to see how you were doing. I've been trying to stay busy mostly. Yeah, distractions help. How about you? I can't even imagine what you're going through. Honestly, I'm really trying to keep it together for Ethan. He's hurting. I hear he's been having a rough time. He practically just lost a father. But he's shutting me out. He's never done that before. Not when it mattered. Ну, тут только так. Everyone grieves differently. Maybe he just needs some time. We've been through a lot together. With the divorce and moving. He's never shut down like this. I just can't get through to him. I can't get over the feeling that the one person who could help me deal with the aftermath of Gabe's death escape. What is this? An affidavit from Typhon. If I sign, I'm agreeing not to press charges in exchange for a payment. A big one.
How big are we talking? It's send Ethan to college big. Shit. Are you gonna sign it? I don't know. I'm trying to put Ethan first, but... what would you do? Do you think it would be a betrayal of Gabe? Тут есть над чем подумать. Есть над чем подумать. По сути, если крутить из себя доброго и хорошего паренька всегда, то понятно отклонить. Но тут, во-первых, деньги для ребенка, это раз. Во-вторых, как сестра, я же имею больше права голоса в данный момент, чем она. Но просто если мы возьмем деньги, мы не сможем, так понимаю, адекватно расследовать это дело, и это очень сильно повредит. Но если откажемся, то хрен его знает, что будет. Но Гейб явно бы хотел, чтобы Итану было заебись за то время, которое я его узнал с первой части. Я просто не знаю, как мое решение игра расценит. Это моя просто логическая цепочка. А как игра расценит? Ну типа... наверное, все, скорее всего, отклонили. Но я просто беру из логики. Бля, это развилка, нахуй. Я хуй знаю. Что то, по факту, можно выбрать, что то. Взять деньги? Или... но Итан же возненавидит ее за то, что она откажется от претензий по поводу смерти Гейба. Блять, ну тут реально сложно. Даже очень сложно. Если отыгрывать правильно вот из всего из себя, то отклонить. Но мне нужно расследовать. Судя по всему, маг не лжет, раз Тайфон хочет закрыть на все это лицо. О, на все это глаза, лицо, блядь, закрыть. Значит, соответственно, прикрыть лицо, я имею в виду свое, которое не видит. Но... да пошли они в жопу, что это за предложение? Это что-то нечистое, я понимаю, деньги для Итана. Да пошли в жопу. I don't think you should sign it. I'm sorry. I know it's hard, but you can't let Typhon buy you off. Gabe made that call. And I'm gonna prove it. I need some time. Thanks for being honest. If they're willing to pay Charlotte to keep quiet, no, they're definitely hiding something. I'm gonna figure out why Mac's lying. Glass pipes are so cool. They're like... sweet logo. Bet Charlotte designed it herself. It blows my mind that Charlotte's been running the dispensary this whole time. I couldn't even leave the apartment. Всем привет! Как вы, возможно, слышали, недавно скончался близкий мне человек. Последние несколько дней нам с Итаном приходится очень непросто, но мы стараемся не падать духом. Многие из вас приходили нас поддержать, это очень много для меня значит. Словами не передать, как я вам благодарна. Я постараюсь открывать магазин на несколько часов каждый день, но пока, к сожалению, обещать ничего не могу. Прошу прощения за причиненные неудобства. И заранее спасибо за понимание. Ваш консультант Шарлотта. When did you start needing a PhD to smoke pot? Ну, вообще-то, марихуану легализовали только под этим. Под рецептом врача, по-другому не купить. Вроде как.
Хотя я Stairway не to Haven. Не мне надо. Believe это я читать not, не буду, меня Gabe не интересует. Oh, I believe it. God. Put some clothes on. Да, сори, просто на дух не переношу все вот это наркотическое. Тут не могу быть объективен, скажем. That's a zemi. In the Dominican, they're said to house the spirit. There's something you don't see in Portland. Сказать, такие же наркотики, но про как минимум вот такие вообще не переношу. I really love Charlotte's style. А тут, наверное, мне убрать Долт. А где ступка и пестик? Ну, Долт-то точнее вижу. А где ступка? Мармелад. Given the circumstances, I could definitely go for a few of these. Интересно. There's nothing quite like a cup of weed on a cold day. Хоть чай не пей. Ну ладно, что я хотел уже, что я ожидал увидеть в магазине, блядь, для марихуаны. She's right. But I could really use that money. We can't give in. No matter how hard it... I'm always here for you. If you я need как anything. Бы тебе все объяснил, в чем проблема. Thanks. And he did it all with one rusty saw and a bottle of gin. Impressive. Историческое общество Heaven's Prince, Санаторий Квалфезер. Санаторий Квалфезер был построен в 19 году и проработал до самого закрытия в 27 году. Под руководством доктора Мартина Келлога. В санатории успешно вылечили более 500 больных гриппом и туберкулезом. Все, можно выходить. Ей мы помогли, теперь со Стеф, я так понимаю, мы должны что-то помочь, да? Still need to check the flower shop for Mac. Чё она на них так смотрит? Ну-ка пошли доебемся. Man, these overnight shifts really take it out of me. Yeah. Talk about the accident? How would I know that? Fuck, now I'm on Diane's shit list. Thanks, Diane. Диана? Кто такая Диана? Что-то я не помню Диану. Музей майнинга. Шахтерский музей. Steph asked me to pop by the record store if I had. Ну-ка, что у нас есть? Ничего интересного из Амойска есть. А, ну вот то, что она меня зовет. Ничего особенного. Эй, найдется минутка заскочить ко мне в магазин. Ничего особенного. Расскажи, когда придешь. Ну, давай заглянь. Че, тут никто больше не выебывается. А, ну это она скажет про сестру. А ты че, блядь? Yikes. Хуя у тебя ПМС, блядь. Понял. Ну давайте заскочим в магазин. Steph asked me to swing by. She's got to be around here somewhere. Helpful. Вернусь через 5 минут или 10, может 15. Заебись. Looks like Steph might be working on a new project. Another issue of legendary Monster Hunter Thane. Ну чё, охотник? Пора навестить давнего друга или скорее давнего врага. Тебе здесь нечего делать, истребитель чудищ. Я не уйду, пока не получу ответа, и значит, ты не уйдешь никогда. Нет, где небесный меч? Хорошо, я скажу. Последний раз меч видели в городе Корнерис. Но ведь там ведь нашествие пауков-оборотней. Всякий, кто ищет этот меч, теряет что-то дорогое. Но мне самой судьбой предначертано спасти королевство с помощью небесного меча. Хорошо, что тебе не придется делать это в одиночку. Альви. Да. Комиксы у него, конечно, такие. How could Chrissy leave me?
after everything we've been through together. It's hard to beat breakup music, but maybe I can find something around here to cheer him up. Wait, Chrissy? She's a dog? Летний фестиваль Red Rock, братья Рамирес, служба по борьбе с енотами. Полосатые ворышки зачастились к вам домой, звоните братьям Рамирес. Выставим нарушителей два счета. Найдена собака, золотистый ретривер, по ошейнике имя Крисси. Считает себя комнатной собачкой, любит посидеть на коленях. Пожалуйста, заберите ее, пока мы к ней не привязались. Гаражная распродажа. Гаражная распродажа. Окей. Типа... Ну она-то понятно где, она там. Супер очевидно. I hope we all get to see more adventures of Thanor. I can't believe he ordered that record. Fuck. Ну все по сути. С мужчиной я не могу. I should tell him someone found his dog. А. Hey, you posted about a lost dog, right? I think they have her over at Todd's Hardware. Are you serious? Thank you so much. I'll call them right now. Так я могу типа им помогать? Chrissy's gonna make it back home. I'm glad I could help. Блять, надо будет потом поискать по улице. Maybe I'll get to hear her play sometime. Oh, thank God. Is she there now? Thanks again. Me and Chrissy owe you one. You bet. Haven's favorite. And only. Hey, I'm glad you stopped by. I've only got a sec, but... Have you talked to Ethan at all? He's taking it really hard. But what you did for me this morning got me thinking. What if Ethan needs something like that too? Something fun and distracting. Something like a LARP. Like the one you and Gabe were gonna take him to? Yeah, but designed just for him and Thanor. Can we even pull that off? It won't be high production value, but it'll still be fun. I need your help, though. I want it to be as good as it can be. Ethan gave you one of his comics, right? So, what do you think? Who would the famous Monster Slayer have the most fun defeating? Ну, повелителя подземелий, наверное. Кравиус looks pretty badass. Go with that. All right then. Oh, I gotta get back in there. There's some stuff in my comp book. Be cool if you could check it out. Help me make some calls. I'll see what I can do. Hey, Haven listeners, that was Phone Tap with their new single "Elephant in the Room." Ну это я читал. We've got a sweet Oh. Looks like Steph wants me to do more than just make some decisions. Алекс, заполни лист персонажа. Бард. Имя пусто. Раса полуэльф. Класс Бард. Способности. Поле искажения или исцеляющая серенада. Уровень 1. Здоровье 10. Как вы познакомились с Тейнером? Guess I'm in. Let's start with my name. The Spring Festival is just around the corner. Sponsored Bard. By Typhon Mining Company. The mission is free this year, so bring your friends, bring your family. How about a throwback to Ethan's old buddy? Ability time. Distortion Field sounds fun, but Healing Serenade could really come in handy. Healing Serenade it is. How did I meet Thanor? Но барды всегда забавная история. A wolf and an ogre walk into a bar. Oh god. This LARP thing just might work. Helpful. Ну все, здесь мы тоже все сделали. СМС-ок больше нет.
Погнали, попробуем на улице помочь людям. Still need to check the flower shop for Mac. Кто тут выебывается? Ну вот она типа беспокоится за меня. Ну и что мне сделать? Привет, посмотрел, что ты придумал для игры. Спасибо огромное. Не за что. Думаю, Итан будет в восторге. It's that guy's sister. I feel so bad for her. Чё, как я ей помогу? Я не могу с ней говорить. Нет. Этот тоже, блядь, PMS. Ладно, погнали. Нам цветочный магазин, он направо по улице. Нам вообще надо пройтись, наверное, по парку. Вот он. А, ну все, окей. Мой свободный мир заканчивается тем, still где haven't ходить. Found Mac. Jed suggested I check the flower ладно, shop. ладно, уговорил. Похуй, погнали по сюжету. Все-таки свободный мир, он немного здесь надуман. Скорее, чем реально. Ну, как бы сказать. То есть он как бы есть, но его как бы нет. Eleanor? Oh! Sorry. No need to apologize. How are you, dear? Oh. I'm, still just trying to adjust, I think. Give yourself some time. Change is always hard. Is Mac here? Oh, he was helping me not too long ago. I think he just left. Can't have gotten too far. Got it. Thanks. Now, what was I? She looks terrified. I can't leave her like this. That must have been a different time. Что ей сделать-то нужно? Я вижу, что она напугана. А, мне даже не надо приближать, понял. Okay. Time to figure out why she's afraid. Fading. I feel broken. Thank you, dear. I'll get started on it right away. Just come by with the check whenever you're free. If Riley finds out. She can't find out. Чем, блядь, узнал? Ты что-то не договариваешь. Чем, блядь, она может узнать, слышь? Элеонор. Ну-ка, блядь, нихуя не понял. I feel broken. Это я уже слышу.
how does she hide all of this? Что скрывать? Ты объясни, я сам нихуя не понял. Что у него проблемы с памятью начались? Доктор сказал, что у меня не было времени, но все становится так вне порядка. Ну, видимо, больше у меня ничего нет в предположении. Ты просто фиолетово больше ничего не видишь. If they know about my condition, they'll make me close this place. Holy shit. Ну так и чё к чему? У неё проблемы с памятью? Или я чё-то смакал? Просто пока смотрю ролик, так на клавишу нажимаю. Не думал, что тап работает. It's not just that she forgot what she was doing. She's afraid she's forgetting everything. But how can I help her? Да легко. Forget what you were working on? You could say I'm having a bit of a senior moment. Well, maybe I can help. Seems like you have a lot going on today. I could help you retrace your steps. Oh, I don't want to keep you. Hey, I want to help. Но Райли точно нельзя, она боится, что Райли узнает. Так что пофиг. Okay. What would Eleanor have done first? Что бы она хотела? Для этого тут сложно, проебусь я или нет. Подготовить цветы, да, по идее? Did anything happen with Riley? I don't know. Did you maybe call someone? You don't have to do this. I'll be all right on my own. Hey, I'm not going anywhere. Okay, хорошо, здесь нельзя проебаться хотя бы. Но цветы подготовить, логично. Did you trim these flowers today? I don't remember. You must have flipped the sign to open. I always flip it first thing when I come in. And then I open my mail. Something must have distracted me. Better. We can do this. Окей, ты пришла, просматривала почту. После этого. Скорее всего. Нет, цветами она занималась в последнюю очередь. Значит, она пришла сюда. Ей позвонила Райли. Could a phone call have distracted you? Yes. I got a call first thing in the morning. И теперь ей позвонила Райли. Соответственно, фотографию Райли. But I can't think who it was. Maybe we can find something to remind you. Тут мне просто последовательность надо было установить, а я не понял. Could it have been Riley who called?
I think that's right. She called to tell me about a new order. Oh, goodness. What was the order for? Это все легко. Rush order. This must be what Riley came in for. I think that order might have been for these lilies. Of course. Riley helped me pick them out before she left. Now we just have to figure out who ordered them. А вот тут сложно, я что-то не помню ничего. В кассе? The check for the lilies would be in here, right? That could tell us who bought them. It should. Mr. Jedediah Lucan. Huh. Мистер Джедедайя Лукан. Heaven Spring, платить приказ $89, 0 цент, понятно, короче. Looks like the lilies are for Jed. That's right. Riley dropped off an order for Jed. I knew you'd figure it out. I couldn't have done it without you. Seriously, Alex, you're a godsend. Ну, она что-то заволновалась. Jed must be hosting some event. I wonder why he wants lilies, though. They're traditionally for funerals. God, she doesn't remember. Ну, надо рассказать, она же боится. Конечно. Да, она потеряет магазин, это единственная ее часть. Конечно, рассказать. They were for Gabe's wake. Gabe's wake? Gabe's wake! I missed it. Alex! I'm so sorry. Hey, it's excuse me. Но для нее же это будет лучше. Если ее дочь узнает, okay. Что у нее настолько проблема с памятью, то все. But at least I told her the truth. Oh God, they're multiplying. Ну, теперь здесь точно нефиг ловить, потому что Элеонор сейчас дизморальки будет. Eleanor said Mac is nearby. Блять, неправильно. Агентство недвижимости Heaven Springs. С огромной радостью сообщаем, что скоро в нашем городе появится новое лицо. Поприветствуйте Джека Стивенса, нового владельца ресторана возле парка. Всем привет, уже не терпится всех вас накормить. Добро пожаловать в Heaven Springs, приятно познакомиться. Если что-то понадобится, заходите в любое время. Это ловушка. Шучу. Жасмин Кромье, подскажите, как можно приручить бездомного кота? Нашла этого милашку в мусорных баках. Он совсем дикий. Да, крупный котик, такой пухлячок. Жасмин, это не бездомный кот, а детеныш горного льва. Будьте осторожны, они бывают очень агрессивны, когда чуют опасность. Попробуйте оставить дверь открытой, может он уйдет сам. А если он у меня под кровати, метло его вызывает лов. Интересно, что же такое готовит Стеф? Выглядит круто, надо бы написать ей, спросить, не нужна ли ей помощь. Это ведь никак не связано с твоим предыдущим постом. Черт, если бы только был какой-нибудь способ это выяснить. Ладно, я заглотил наживку. Не знаю, что там, но оно, наверное, произведет фурор. Тише ты. I don't see him here. Ну да, maybe ну at the bridge. Окей, игра меня сама ведет, погнали на мост. How's your progress at Moondrop Ranch? Do you buy your chicken coop?
Алекс, мне очень стыдно за то, что я... за то, что было. Я очень благодарен тебе за помощь. Просто ужасно разволновалась. Не извиняйтесь, нам всем пришлось несладко. Эй, пизду. 3HD. А вот и пизду. I'm so fucked. Can't hide from me forever, Mac. Ну, привет. Time to get the truth. Mac. Alex. Look, it's not a good time. You owe me an explanation about what happened to Gabe. I'm really sorry he died. And I appreciate that you... you didn't out me to Riley the other night, but I can't talk to you. I get it. He died on your shift, and you're freaked. But you have to come clean. Please. There's nothing I can tell you. Mac, come on. He was my big brother. I can't. Something definitely has him scared. Maybe if I could tap into his fear, I could get to the truth. Ну давай, проникнем в его страх. I just need to find something I could use to push him over the edge. Everyone's out to get me. Alex, Ryan, even Riley. Fuck! Even Riley? Did something happen with her? Райли надо зайти на Адьяну сейчас. Ну да. Адьяну. Ну, это магазин ее матери. Как понимаю. Ну, наверное, она здесь. Пойдем проверим. Потому что в баре ее уже не было. Куда она еще могла уйти, я просто не могу предположить. Okay, that sucked. But at least I told her the truth. I hope it's good news. Это про больницу. Я ее, кстати, пропустил в прошлый раз. Дверь закрыта, понятно. Okay, Riley is officially a badass. She's really hurting, but I didn't want to lie to her. Что-то тут, сука, не так. А где Рейли, блядь? Окей, в магазине ее матери ее нет. Я просто нужно найти что-то, что я могу использовать, чтобы push him over the edge. В магазине матери ее нет. О. I don't get it. Do people just not want ice cream anymore? I have to keep up a brave face for Angela. She loves our store so much. We're losing our business. But it's like everything's a joke to him. Кстати, неплохое такое. Это реально неплохая сила, когда можно вот это понимать. Когда вы друг друга бесите, но этого не понимаете, думая, что вы делаете все заебись. Это ПМСница, блять, охуевшая. Come on, man. Can't you take a hint? She's not into you. Let it go. If I tell him I like him, we'll date, and then we'll break up. And then I'll lose my best friend. If he's innocent, why is he acting like this? Acting like what? Maybe I can... maybe Riley knows something I can use against Mac. Hey, Riley. Alex. Hey. You and Eleanor seem close. А, это близки только, это не значит, что она... She's taken care of me ever since I was little. I never really knew my mom, but she's always been there for me. What does she think about you going away to school? She's thrilled. I think she just wants me to end up happy.
That's really sweet. She's the most selfless person I know. I know having you work with her in the shop has meant the world. Yeah. To both of us. I know you and Gabe were close. How are you doing? I miss him. So much. He was like an older brother to me. I'm glad he had you. Thank you, Alex. Really. That fight Mac had with Gabe over your secret meetings. They were about you applying to college, right? Yeah. Ever since the first time Mac lost his shit in front of them, Gabe and Charlotte had tried to get me to end things with him. And after all this, I can see that they were right. Do you think he's telling the truth about the call? That Gabe never made it? No, it's not that... Sorry, I'm really not ready to talk about it. Не надо его ее забайтить. I get it. It's just, if he didn't do anything wrong, why is he acting like he has something to hide? He asked me to leave Haven with him. What? Right after the wake. He wouldn't tell me why. But he just looked so guilty. I told him I had to think about it, but... Alex, I'm scared he did something horrible. Riley. Thank you for telling me. You deserve the truth. Забываю, что тап нельзя. I gotta run. There's some stuff I need to do. Okay. We'll talk soon? Нет, не поговорим. Yeah. Whenever you want. Guess they didn't feel like painting the mine. Она еще что-то другое скажет про это предупреждение. A warning would have been nice. Нет, ничего такого. У тебя все еще ПМС, окей. Огромное спасибо всем за терпение, проявленное в последние несколько дней. Ничего пока не ясно, но мы надеемся, что скоро мы сможем вернуться к обычному режиму работы. Оставайтесь с нами. Спасибо, что держите в курсе. Уже не терпится к вам заглянуть. Скажи, если понадобится помощь с Итаном или что-то еще. Ну чё, брат? О, кстати. Нормас, нормас. Вот это уже графикой не спасти, нахуй. I should make sure there's nothing else I want to do. No, я все сделал. Before I confront Mac. Everyone's out to get me. Alex, fuck. Here we go. Ха, ханаль. What Riley told me might do it, but I should make sure there isn't anything I still want to do around town first. Это уже понятно, что концовка. Okay, let's do this. I got Riley to tell me about your plans to leave town. That's not something innocent people do. I got it.
It's not... I didn't do anything. Fuck off! Leave me alone! У него страх, что все его винят. Никто никогда не будет смотреть на него как прежде. Back when I get to him. For now, I need to learn everything I can. Typhon's always watching. They run this whole town. Понятненько. I'm so close to getting the truth. Can't turn back now. Okay. То есть мне по одной улице только бежать. Понял. Mac feels like everyone's staring at him. Everyone thinks I killed him. They all hate me. Любимый горожанину убит лузером. It's not fair. I didn't do anything wrong. Но он что-то сделал, а не вы. It should have been you instead. Alex? Да, он хочет вообще засуицидиться. No! What the hell? There are people out there! I told you to call it off! Все-таки я был прав. Он не виноват. I saw the way they looked at me at the wake. They all think I let him die. I know why you're lying. Typhon's forcing you to deny the call. What the fuck? I know you tried to stop it. They fucked up, not you. Stop lying for them! You don't get it. This wasn't some accident. I told them you were down there, and they detonated anyway. On purpose? Why? I don't know. I swear. And then I get a message telling me to deny there was ever a call. You gotta believe me. Gabe and I, we didn't get along, but I didn't want him dead. And now... Typhon's watching me. I mean, my girlfriend, she thinks I'm a murderer. My neighbors all hate me. I mean, what the fuck am I supposed to do? I think I can calm him down, but does he deserve it? Он же, блядь, все сделал правильно. Че, он хуёво что-то хотел? Конечно, успокойся. You deserve everything. Блядь, нет! Блять, чё за баг? Я же нажал левое. I get it. Блять, ладно, ещё раз пройдёмся. It's just... Пиздец, блять. If he didn't do anything Хорошо, wrong, что хоть автосейф не прошёл. Why is he acting like he has something to hide? Я никакого хейта не испытываю к человеку, кто вообще не причастен. He asked me to leave Haven... Блять, но диалоги не скипнут, блять. Been with him. Ладно. What? Right after the wake. He wouldn't tell me why. But he just looked so guilty. I told him I had to think about it, but... Alex, I'm scared
He did something horrible. Riley, thank you for telling me. You deserve the truth. I gotta run. There's some stuff I need to do. Okay. We'll talk soon? Yeah. Whenever you want. Mac trying to skip town is sketchy as shit. I bet I could use that to stoke his fear. Ну пока говорить все равно нечего. I should make sure there's nothing else I want to do before I confront.